А ваше видео, где вы признание сделали? Это, получается, был такой путь. Я услышал от сокамерников то, что если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, ну, в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же как бы экспортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя. Хотя этого не сделал. А вы, собственно, кто? Представьтесь, пожалуйста. Я сейчас представлюсь, в ушах зазвенит. Документы! Ха, пожалуйста. Спасибо. Так. Так, вот. Прописки московской нет. Будет. Прописка будет. У самом центре. Это я вам торжественно обещаю. Я не пионерской организации. Не надо мне торжественно обещать тут. Усы на лице зачем носите? А где же мне их носить? На заднице, ё-моё. И что, у тебя предмет национальной гордости, что ли? Моей независимой республики больше пока нечем гордиться. Все понятно, чеченец. Кто чеченец? Пройдемте, ё-моё. Куда? На выяснение. Не надо со мной ничего выяснять. У всем честным людям планеты со мной давно все ясно. Мне надо поскорее попасть в Кремль. Стоп, стоп, стоп. Из чего попасть? Террорист. Ну, пройдемте. Ну что, будем договариваться? О чем? О борьбе с терроризмом, ё-моё. Ну, при чем тут терроризм? Может, и не при чем. Ты меня давай убеждай. Я не стану вас ни в чем убеждать. Не, ну мое дело предложить. Не хочешь по-хорошему? Будем разбираться. Отпустите меня сейчас же. Это вопиющее нарушение прав человека. Нет, это еще не нарушение. Это проверка паспортного режима. Нарушение будет, когда тебе почки отобьют. Ты понял меня? Прекратите это издевательство. Издеваться, геноцвали, я еще не начал. Какой я тебе геноцвали? Посидишь сутки другие в КПЗ, станешь геноцвали, еще спасибо скажешь. Я протестую. Ну это, пожалуйста, здоровье. И вы не имеете права. Ай, ну стоп, стоп. Бойцы, бойцы, объясните ему насчет прав. Все, давайте, ребят, за работу. Понимаешь, я сам этого не люблю. Вот эти вот меры жесткие, вот это вот насилие. Но иногда вот достанут эти чехи черные, ну все, ты понимаешь? Зверей, ну просто зверей, понимаешь? Я понял, я все понял. Ну все, все, все. Не надо. Все, 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 все. Давай, давай, давай. Ну давай теперь рассказывай, кто ты у нас есть. Я маньяк! Я свой... Я колхозный маньяк! Где тут у вас девочки? А что ж ты раньше молчал? Ну все так, батька, езжай по месту прописки. Ага. Еще раз я тебя здесь увижу, оторву все, и девочке больше не понадобится.